Всем привет! Сегодня у нас в видеообзоре Blaster от компании Zekonk Toys. Blaster линейки Blaze Storm с мягкими пулями понравится мальчику своим футуристическим дизайном. Игрушка предназначена для детей старше 6 лет. Blaster с электроприводом и выполнен из качественного пластика. Его размеры составляют 54 на 9 сантиметров. В комплект входят 12 мягких шариков, которые не травмоопасны. Для начала вынимаем магазин и заряжаем его пулями. Затем плотно закрываем. Внутри бластера находится электропривод, который работает от 6 батареек типа С. Чтобы начать стрелять, нужно зажать и держать кнопку Power, и вы сразу же услышите работу электропривода. Затем, нажимая на курок, бластер будет стрелять. Дальность полета шарика составляет около 20 метров. Если пуля случайно застрянет, есть специальное окошко, открыв которое можно извлечь пулю. Также предусмотрен двойной прицел. А благодаря продуманной конструкции бластер удобно держать во время стрельбы. Спасибо за просмотр, всем пока!